Из-за сильной метели в Жамбылской области закрыты дороги для всех видов автотранспорта. На некоторых магистралях образовался транспортный коллапс. Только за прошедшие сутки на заснеженных трассах спасли больше 500 человек. Их доставили в пункты обогрева. Из-за сложной ситуации на дорогах в департаменте ПУЧС развернули оперативный штаб. Работает горячая линия. Подробнее о ситуации на трассах региона расскажет Анастасия Сулейманова. 60 километров пути автодороги республиканского значения Алматы-Ташкент до границы Туркестанской области закрыли еще вчера. Эта автомагистраль проходит через Жамбылский и Жуалынский районы. Начиная с 534 километра близ села Айша-Биби образовались километровые пробки. Здесь простаивают порядка 500 автомобилей. Проезд для больших грузов закрыли 3 дня назад. Застрявших на трассе водителей полицейские отогревают горячим чаем. Стою сегодня 4-й день, ехал с Бишкека. Солярка закончился, вот стоим возле заправки, чтобы заправиться. Мороз очень сильный. Вчера было, волонтеры хлеб раздавали, товарищи экипажа кофе угощали. 3-е сутки здесь, да, вот стоим, дорога закрыта. Все, пирожки, мне чай, все дают. Нормально, все, спасибо. Пока еще не замерз. Транспорт не пропускают из-за непогоды. В селе Тюлькубас приграничной области разбушевался сильный буран. Видимость нулевая, говорят специалисты. В связи с этим мы вынуждены на территории Жамбылской области тоже ввести ограничения для всех видов автотранспортных средств. Водители, которые нуждаются по техническим причинам, были сломаны автотранспортные средства. Попутным методом передаем запчасти. На территории Курдайского района аналогичная проблема. Тоже на территории границ Алматинской и Жамбылской области тоже скопление транспорта имеется. Из-за сложной ситуации на дорогах в департаменте ПЧС развернули оперативный штаб. Работает горячая линия. За прошедшие сутки с трасс Жамбылской области и снежного плена вызволили больше 500 человек. Их доставили в пункты обогрева и предоставили горячее питание. Тех граждан, которые отказались от эвакуации, и отказались оставить свои транспортные средства, до них были доставлены продукты питания, а также вода. По Жамбылской области функционируют и готовы принять жители 65 пунктов обогрева. И кроме того, на сегодняшний день все дороги республиканского значения по области закрыты. Когда откроют дороги, пока неизвестно. По прогнозам синоптиков региона, морозы начнут отступать с завтрашнего дня. А уже в субботу будет плюсовая температура. Но пока полицейские призывают воздержаться от дальних поездок. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Эльдар Байзельда, Жамбылская область, 24 КЗ.